КМС Street Wars. КМС Street Wars СКР-Р-25 или Уличные войны Р-25. Карта Тревора, клан ХМС, сервер Hardmaps, операция эскалация, миссия проходит по ДВ-2. Так, это вот последняя карта Тревора для эскалации. 7 карт всего было, короче говоря. Это вот последняя. Следующая будет уже совмещенная карта Шадоумана и Тревора. Потом вот одиночные какие-то карты Гуннера, Веджа, Мекина. И вот эскалация это и кончится. Короче, кстати, это вот вроде бы вариант карты есть еще под реал модом. А может даже это то же самое. Короче говоря, используется, я смотрю, карта Равнина из операции Тайфун. Поэтому ровная местность такая слабохолмистая будет, без воды. Короче говоря, там идея такая, что типа англичане напали на город Купар. Поэтому его надо освободить. И, как бы западнее находится вот какая-то союзная база. Или каких-то местных патриотов. Не знаю, кто, что это такое. Смотри, различное. Ну, город сильно пересеченный из каких-то лачуг. И четко его можно разделить. Северный сектор, южный сектор, восточный сектор. И западный сектор, и центральный сектор. Вот 4 сектора в городе. В городе, возможно, они будут по порядку штурмоваться. Красные точки отмечены кое-где, которые надо ликвидировать. Ну, подписи никаких вроде, наверное, не будет. Ну, посмотрим. Так, давай теперь увеличим. Ехать там недалеко, наверное. Так, вот база патриотов, как бы. Палатки, машины разные, вертолеты. Такая вот история, как говорится. Так, а теперь город посмотрим также. Ну, больше ничего как бы нету. Не знаю, насколько это сложно. Какая-то вот была не так давно карта. Не помню, кого это. Там тоже в городе же надо было воевать. Потихоньку прочищать. Тоже вроде как ХМС карта. Ну, сам город. Вот лачуги тоже какие-то тянутся. В основном это такие хаотически поставленные лачуги, как я вижу. И, кстати, я что-то не вижу командных точек. Что там, нет командных точек, что ли? Вот это вот будет плохо. Уже же была карта Тревора недавно без командных точек. Да. Это будет, конечно, неприятно. Без командных точек играть. Ну, сейчас посмотрим. Читаем описание. ХМС Street Wars Esk. Уличные войны. Дизайнер ХМС Тревор. Контакт Тревора над Кардмапском. Освободите город Купар от вторжения англичан, уничтожая все бочки, ящики, радиоприемники, вышки связи и установленное оружие по мере продвижения. Они спрятали камень судьбы где-то в центральной части, который эти вороватые чужестранцы-англичане украли из нашего дворца. Он должен быть возвращен любой ценой. Цели. Первое. Устранить сопротивление, бочки и ящики. Второе. Уничтожить все радиостанции, башни связи и антенны. Третье. Уничтожить все ящики. Четвертое. Уничтожить все установленное оружие. Пятое. Найти сундук с сокровищами. Шестое. Ликвидировать все сопротивление. Примечание. Держитесь вместе. Ожидайте сильного сопротивления. Будьте внимательны к патрулям, посланным, чтобы отразить ваше нападение. Карта ХМС Street Wars S или Уличные войны от Тревора. В общем, короче, 6 целей пишет. Первое. Сопротивление, бочки, ящики. Второе. Радиостанции, башни связи, антенны. Третье. Ящики. Четвертое. Оружие. Пятое. Сундук с сокровищами. Шестое. Ликвидировать. Всех перебить. Ну, такая вот карта. Не знаю. Сейчас посмотрим. Плохо, что не видно командных точек. Так, вот все начало. Так, уничтожь сопротивление, ящики и бочки. Destroy resistance, Kratos and Barrels. Ну, понятно. Так, что-то
Trunk empty, Intel must be somewhere else. Так, давай сразу посмотрим, нет ли подписи на к этой карте. Нет, подписи нет. Подписи нет, короче. Подписей нема. Ну что ж. Так, вот наша база. Это наша приличная, кстати, размер. Вот я вижу тут ангары, хаммеры, баги. Что еще есть? Грузовики М34. Что вон штабная карта. Там техника-то есть, интересно. Ну, возьмем пока джавелин, посмотрим. Так, ну, оборудование всякое стоит. Ведь похожая карта какая-то была. Такая. Очень-очень похожая на вот эту. Так, ну, два ангара. Так, флаг. Вот тут вертушки стоят. Так, Little Bird. Да, стоят, конечно. Какие-то хреновые, похоже, без оружия, что ли. Давай сейчас посмотрим. Вот Little Bird. Да, десантные. Да-да, плохие Little Bird. И черный ястреб там тоже стоит. Вот такого, как говорится, оружия проку мало. Ангары. Там вот какой-то объект. Давай забираем сейчас на вышку, позрим, что там наверху. Тревор скотина мог в конце и плохую карту. У, блядь, ну ты что делаешь-то? Херам. Аккуратней. Видишь, можно завалиться. Так, ну-ка, давай-ка ты подожди. Я хочу обозреть. Ну вот, вот такая база. Так вот, так вот. Ничего, в общем-то, интересного нет. Ангары, два ангара, вертолетная площадка, палатки. В общем, ничего интересного особого тут нету. Местность такая довольно-таки скучная. Город Купар. Интересно, есть такой в реальности? Город Купар. Мгла такая висит, похоже, лишь небо все во мгле. Да. Ну, арсенал. Возьмем. Там что-то дымит. Ну вот еще вид на базу. Ну, что там такое? Ничего интересного особо нет. Давай сейчас возьмем вертолет, поедем. Во-первых, оценим местность, посмотрим, как вид. Ну, вертолет вот только для обозрения. И будем что-то приступать уже к штурму сейчас. Сейчас просто посмотрим еще немного. Вертолеты, к сожалению, бесполезны. Хотя, если бы вдвоем, то можно было бы с черного ястреба, конечно, взлететь им. Ну, отстреливать их из снайперки, например. Или из пулемета. Так, полетели. Местность абсолютно скучная, как говорится. Так, ну и с той стороны посмотрим, да и наверх ходит.
Так, тут две огромные. О, взорвался баги. Такое штабное место. Ну, короче, ничего интересного нет. Так, и теперь полетели. Купар, смотри, где находится. Вот. О, там уже ездит страйкер. Смотри, какую пуль поднимает. Давай его. Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Пошла голубка. Готов. Подпилим. Там что-то дымит. Блять! Все, пизда. Так, видишь, пока нельзя. Ну что, берем тогда хаммер, что ли. Танков-то нет. Ни броневиков, ничего. Только хаммер да баги. Поехали. На хаммере тогда. Мора дрифтить, кстати. Да и такая карта, это тоже для дрифтов. Ну-ка, стоп, стоп. Там я вижу сразу же с лидером кто-то идет. Так. Окей. Козлы со стингерами, ну-ка, ну-ка. Отходь. Ух. Пошел, видишь. Убивает даже в инверсионном следе. Там все дымит. Город Купар. Так, ну едем. Редко, конечно, названия тут дают. Тут дали, даже название есть. Падлы со стингером. Так, выдвигаемся в непосредственную близость к Купару. Стреливают черти. А где-нибудь хоть какое-нибудь, так сказать, возвышенное место выбрать. Тут такие небольшие гребни. Это есть. Да, смотреться. Вид города Купар. О, суки, давай-ка, давай-ка. Со стингерами бегают. Так, отлично. Так, давай-ка, давай-ка сейчас. Сделаем... Ух ты, блядь! Смотри, смотри. Пошла. Готово. Страйкеры раскатались. Вот такой вид. Ну тут плохо, что во мгле все. Так видно-то, конечно, плохо. Вот я вижу, там, кстати, спутниковая тарелка крутится. Кое-где негодяи стоят. Здесь, очевидно, вход. С северной стороны будет. Ну, прежде чем идти, конечно... Может, объедем вокруг, посмотрим. Так, давай сейчас вначале осмотрим. Я там уже кого-то вижу. Так, вот они стоят. Ну, дай-ка прилег. Готово.
Нормально. Хорошо. Давай вот на этот буерак залез. Ну, кое-кто стоит. Ну-ка. Хорошо. Там вон пулемет даже вроде снят. О! Козел. Ну, короче говоря, прежде чем в пекло лезть, пока что-то страйкеров вроде как больше не видно. Прежде чем в пекло лезть, может быть, вокруг, наверное, стоит обкатить. Но он не очень большой, этот город. Так, ну-ка давай-ка еще немного посмотрим. Такс. Во. Так, так, так. Карта, конечно, незнакомая, я ее не знаю. Что это такое, не знаю. Ну, сейчас будем, так сказать, изучать. Давай обкатим вокруг этого города. Да стоп, стоп, стоп. Подай назад. Ну все, поехали вокруг сейчас города. Вон. А там кто это такие? А это кто такие? Корнер, а это кто такие? Не понял. А это, может, они эвакуацию осуществляют? А это кто, вообще кто это такие? Какая-то подпись. Ну, я слушаю, эвакуацию будут осуществлять эти чуваки. Они где-то там далеко. А ну вот этот вертолет. Ну что, хочешь посмотреть? Хотя, конечно, тратим время зря. Ну давай, ладно. Да, там стоит лучший вертолет, это, наверное, для эвакуации. Уже с заведенным мотором находится. Гуннар, Гуннар это написано. Гуннер, два стрелка и Сар за рулем, как говорится, за штурвалом. Ну это для эвакуации стоит. Сейчас он не нужен. Ну, давай, едем дальше. Да, если вдвоем можно было бы с вертолета. Ну, просто их обстреливать. Ну ничего. Наверное, не особо это сложная карта. А что такое сундук с сокровищами? Вот непонятно. В центре города находится сундук с сокровищами. Что это такое? Непонятно. Просто к карте подойти какой-то. Тут же предметов-то в эскалации вроде нет. В АС-4-то там есть уже предметы. В АВ-2 есть предметы. А тут, наверное, нету ничего. Наверное, может просто к чему-то подойти надо. Ну, посмотрим сейчас. Надо вначале в город сейчас еще залезть. Плохо, что там нет точек сохранения. Придется все время мотаться. Ну, будем пробовать, не знаю, сейчас смотреть. Будем сейчас смотреть, короче. Сейчас объедем город вокруг, как я уже и говорил. Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Там ведь идиоты стоят. Такс. Такс. Такс, хорошо. Ух ты, блядь. Какая-то мразь. Ну-ка, ну-ка. Они с этой стороны ждали меня. Так, ну...
Пока все идет неплохо, я даже ни разу не погиб. Ну, а поехать, посмотреть, может, удастся кого-то еще подснять. Че зря спешить-то? Тут они вообще практически не видят тебя. И можно их... Кстати, из миномета, наверное, можно этот город неплохо расстреливать. Но тут, видишь, поблизости нету... Нету никаких арсеналов. Вот что плохо. Ну, едем, короче, едем. Мы сейчас залезем на какой-нибудь буерок. Давай, может, на этот. Из буерака позырим. О, там кто-то стреляет. Так, ну-ка посмотрим. Такс. Ну чё, давай прыгай на машину. Это оттуда лучше видно. Так. Ну такой город однообразно сделанный. Не так много там приедет. Слушай, они бегут ведь оттуда. Ну-ка давай-ка тогда ложись. У козлы. Три стингериста, три хороших парня. Вот и все. Так, там кто-то стоит. Готов с гранатометом. Еще со стингером. Так, посмотрим. Так. Нет, вроде бы все нормально. Так, еще. Нет, все хорошо. Так, давай туда дальше ехать. О, мразь. Да подожди. Ух ты, сука, какая. Это откуда вылез? Ну, порикокошили его. Город, упор. Как рощица какая-то. Можно лишь голову-то, в принципе, неплохо выгибать и заодно рулить. Подруливать, точнее. Ну, вход вот тут. Вход-то в северную часть этого. Ух ты, блядь! Ну-ка. Пошла. Там опять эта сука ездит. Все, готово. Нет, все тут, все хорошо. Такс. Так, давай поглядь. А флаг-то есть? Слушай, флаги есть, они не отмечены. И вот такое тут бывает, что он меня просто не отметил на карте. Флаги-то есть, вон, видишь, там развивается. Так что... Вот это такой момент странный будет. Ну чё, нормально побили. Это вроде как уже третий, что ли, страйкер. Смотри, падла. Ну-ка, стоп. О, побежала. Готово. Так, нормально. Там что, опять отстреливают? Они как возрождаются, что ли? Непонятно. Я даже не вижу, откуда он тебя сейчас обстрелил. Слушай, там какая-то мразь стоит. Ну-ка, давай-ка. И вон вдалеке тоже есть еще. Готов.
Так, вон он появился. Попался. Ух ты, блядь! Опять, опять! И тут возрождается, что ли? Попалось. Сейчас попадется. Все, готово. Всего одна достаточно. Вот где там? Что там какая-то активность нездоровая. Да. Машину подповредили. И опять обстрел. Опять. Ну, что-то их там... Тут что ли тоже есть? А где он? Ух ты, падла. Там на ограде он стоял. Так, ну что надо? Опять это, блядь, да ёбаный в рот. Заебало. Там как возобновляет. Такое впечатление, что он там возобновляется. И опять вдалеке бегут снайперисты. Надо отсюда валить, короче. Уходить в город. Сейчас искать надо будет проход, он где-то рядом. Блять, добили. Короче, надо в город лезть скорее. Там же точки-то тоже есть, так вот там и закрепляемся. Ну тут очевидно, при таких точках, на последней точке возрождение будет зайти. Вон вертолет, кстати, как так и как цел. Надо как-то залезть в город. Хватит уже тут ходить. Тут вещи, к сожалению, могут быть. Могут обстреливать. Вот что плохо так. То, блядь, стреляют из стингеров. Пизда, где-то рядом. Ну-ка, ну-ка. Попалось. Так, ну вход вот, ну-ка, очистите зону хостелис и кратисов.
Дестрой и все бочки. Ну-ка, ну-ка. Падла. Обстреляла ведь. Ну. Не смогла ничего сделать. Так. Ну, короче говоря, вход вот здесь. Это получается у нас на западной стене в северный двор входим. Блять, опять это, блять. Там катается страйкер. О. Все, теперь он уже уничтожен. Ну-ка, давай-ка померяем примерно размер этого города. Он квадратный. Ух ты, блядь, смотри, смотри. Перекинем мранцевый заряд туда. Накрыло. Хорошо. 286 метров примерно этот город. Такой не очень большой. Так, давай входить. Так. Ну вот так выглядит. Тут видишь, улица идет. Так выглядит северный двор. Улица, перекрытая баррикадой. Че, надо теперь идти к командной точке как-то пытаться? Тут бы не... Может, куда-то бы залезть, чтобы не... Тебя не сняли. Блин, тут и не залезешь. Отсюда? Нет, не получается. Там кто-то топчется. Такс. Он там со стингером стоит. То есть нет, нет, не со стингером, со снайперкой. Вот туда к ним ранцевый заряд. Вот туда отходим. Там дохуя сдохло, смотри, как орут. Как их режут там. Такс. Надо искать точку. Точку номер один. Тут под номерами точки. Так, они, наверное, слушай, не где ли арсеналы отмечены? Ну тут, слушай, 6 пунктов отмечено в северной части. 6 арсеналов. В западной, в северной, в западной, смотрю, ни одной, центральной ни одной, в восточной 3 арсенала, и еще, а нет, нет, подожди, в западной есть один, и еще 2 есть в южной. Надо потихонечку. Так, ну тут вроде никого, точка где-то рядом болтается, давай смотреть. И там тоже точка есть, кстати. Так, ну берем скорее. У арсенала, как я и говорю. Все, точка под контролем. Так, точка номер один взята. Получается, я закрепился в городе. Это очень и очень классно. Все, взято. Ну все, теперь из города они меня уже не выкурят никак. При всем их желании, как говорится. Поэтому все, это хорошо. Тут, наверное, огнемет лучше взять. Хотя иногда можно, кстати, бутылочки кидать. Это, в принципе, тоже не можно. Ух ты, блядь! Подожди, а где он? А вот здесь. Сразу двоих, классно. Кстати, о птицах. Нужно будет выкуривать их всех. Всех, все надо в полная ликвидация. Поэтому нужно все будет осматривать. Ух ты, блядь, смотри, там падла бегают. Ну, к ним ранцевый заряд. Это они понабежали. Тут еще перепрыгнуть через стену.
А, тут смотри, вообще можем перепрыгивать его. Сука. А где он? А назад тоже можем возвращаться? Да, тут можно, видишь, возвращаться. Блять, я убила. Сука, убила. Ну ладно. Ну бывает. Ну бывает. Огорчение, как говорится. Так, давай залезем, заруфим. Тут же трехэтажные дома есть. Любые. Во. О! Там, кстати, много чертей, я смотрю. Торчит. О! Эх, хорошо как. Ну то мы их сейчас будем, чертей этих, уничтожать. Как мишени стоят. Так чё ж их не поуничтожать? Так. Угу. Не понял, откуда его обстреливает. Так. Вон, смотри, чья-то оружие. Попалось. Рыло попалось. Смотри, чья-то харя там торчит. Тоже попалось. Такс. Ну чё, нормально. Ну-ка давайте посмотрим. Эй, так, ну куда полетел? Куды? На куды кины? Так, ладно. Мы с вами можем перепрыгивать. Уп, там бегают. Слушай, часа. Там патруль бегает. Все готовы. Блин, как все готовы. Они даже не видели, слушай, откуда их расстрелять. Так. Для скрина-то чего лучше? Какой кадр подобрать? Вот такой, в принципе, неплохой. Ну, вышки кое-где, тарелки торчат. Все это, ящики вон я там вижу стоят. Все это надо уничтожить. Все, что обнаружим. Так, ну-ка посмотри-ка туда. Вот видишь, чья-то башка. Попалась. Сука, там опять это бегает. Да, тут надо, короче, бегать и уничтожать. Бочки тоже, говорит, надо у него, чьи-то ноги. Бочки надо ликвидировать, бочкин. Так, вон чья-то там морда стоит. Это якобы англичане считается. Ну-ка, подожди. Бежали немцы. Вон там чьи... Там чьи... Ну, зараза. Там вон пулеметчик. А пулеметчик-то, интересно, как их сжигать надо или как? Вон, ну-ка посмотрим. Не, наверное, просто подавлять пулеметы надо. Сам пулемет не уничтожить. Так, ладно, короче, пополним боеприпас. Так, а тут вот можно из миномета стрелять. Давай вот этого руфить. Надо руфить высокие здания. Трехэтажки. О! Блять, там вот ушла от тебя пизда одна. Ты, блять! Ну-ка. А где он? Понятно. Так, а где он? Ранцевым заряд отойдем.
Не могут хотя бы обновляться в некоторых местах. Ну так, расстреливаются, конечно, легко. Так, стоп, стоп, стоп. Такая скучноватая, конечно, карта, однообразная. Пулеметчиков надо сразу. Пулеметчики не возобновляются. Ну, пока ничего не выполнено. Сопротивление, ящики, бочки, говорит. Ух ты, блядь. Это там страйкер катается. Такс. На улице, да. Ну, я уже в городе-то закрепился, мне это так не страшно. Да вот, кстати, центральная часть города видна. Вон там. Я-то по-прежнему нахожусь в северной. А это вот такая получается западная часть. Вон там этот страйкер поехал. Так, ничего особо интересного тут нет. Ты, блядь, какая мразь. Кстати, легко перепрыгивать. Так, ну и выдвигаемся дальше. Вот это надо все уничтожать. Долбоебов уничтожил. Они что тут возобновляются, что ли? Конечно, мне не до... не особо классно. Так, кострище какое-то. Ну тупо идти вот. Тупо по этим как бы переулкам. И все уничтожать. Упадла. Фу, как зайка стреляет. Паразит. Да. Блять, вот пиздец. Так. Примерно наполовину тут там прошел. Баррикадам. Слушай, а эти ящики тоже надо или не надо? Можно, кстати, попробовать у оружия кинуть. Так, ну чё? Оружие как стоял, так и стоит. А ящик уничтожился. А где тебя там этот... снайперки-то убил. Так, тут вот лежит арсенал, но тут нету точки. В отличие от той, тут точки нету. Знаешь, пули везде вонзились. Нет, это вот не точка. Так, надо уничтожать. Джипа прокинутые. В общем, короче, у этого арсенала точки нет. Вот точка там, у входа. Блять, какая-то пизда бегает. Уничтожил козла, который тебя убил. Нормально. Ну, надо в конец этого квартала идти. Северный квартал. Северный район. Ты не знаю, там где-то тоже точка будет. Да, блядь, ну слушай. Ну все, пизда. Они там, блядь, возобновляются. Пизда.
Он побежал. Тут как день занимается, хотя горят фонари. Фонари. Но занимается уже день. Как говорится. Снайперкой. Не голоси. Со снайперкой, Виштел. Так. Чисто. Ну, считаю, уже в угол города уперся вот здесь. Вот тут тоже сидели вот эти уроды со снайперками, я их уничтожу. Так, командных точек что-то тут не видать. Там падали, понабежала. Вот им надо обязательно подарок бросить. Сука, он не перелетел туда. Что-то не добросить. Я вроде вот сейчас улетел. Подрываем. Да хуй там, что-то не получается. Там их тонны. О, подожди, подожди. Фонари. Если бы это не назывался Купар, я бы его назвал Фонарный город. Что тут везде фонари горят. Так, какие-то руины. О, кто-то сдох. Зона очищена. Кто-то сдох, а чё это он? Охереть. Он как самоуничтожился, слушай. Ну давай-ка посмотрим, чё он сдох-то. Не понял. Подожди, тут ещё и не запрыгнуть. Блять, не запрыгнуть. Ну сука, не запрыгнуть. Тут как прикопаны, слушай, двухэтажные забор. Вот что-то взорвалось. Цель уничтожена. Ну, всё, получается. Получается, что это такое? Сопротивление, ящики и бочки уничтожены. Цель была закрыта. Это получается, я северный квартал очистил. Северный район. И тут вторая точка. Сразу вторую задачу дали. Уничтожь радио. Ну, понятно. А что там козёл взорвался, непонятно. К нему не попасть никак. А, давай брать точку. А, все, взяли точку. Нормально. А чё козёл-то взорвался? Вроде там ничего нет. Ну, бывает. Чё-то ему не понравилось. Короче говоря, в центре нету командной точки. А она, получается, с запада и востока. Теперь чё, получается, в восточный идем район? Тоже, вот эти, кстати, вот, обрати внимание. Северный, восточный, они длинные районы. Южный будет он более толстый, но чуть покороче. Как бы потом... Очевидно, как будем идти, короче говоря. Северный, восточный, южный, западный. Западный небольшой. И в конце центральный. Он тоже такой квадратный. Ну, такая вот история. Кстати, прямо на фонаре сделано. Что, надо входить, что ли, пытаться? Ты, блядь, смотри, что делаешь. Ты чё, урод? Там, кстати, с радиостанции стрелял. Блядь! Так. Козлы. Ну, нормально. Такс. Да нет, все, нашли, зашли. Тут, видишь, много всяких будет, вероятно, антенн. Антенн, шкафов с радиооборудованием.
Вот такой вот будет район. Тут надо что-нибудь... Да, блядь! Сука! Там целая толпа. Да пизда! Кидай. Уёбки. Блядь, опять! А сейчас-то, слушай, он опять появился. Да. Снайперы. Давай на улицу. С улицы пытаются атаковать. Ну, нормально. Вот, а главная улица Восточного района. Смотри, там в окошке козел. Его надо снять. Хорошо. Можно подняться тут посмотреть. Так, подожди, подожди, подожди. Много врагов стоит просто как мишени. О, не понравился. Снова не понравился. Так, ну надо чё, залезть. Запануть. Блять! Смотри, их опять дохуя. Когда ж они закончат? Чё-то многовато их. Так, ладно. Тут, кстати, их можно из авиапушки снимать. Опять эта мразь катается. Ну, у меня нечему его даже и уничтожить там. Ну чё, как я говорю, тут много всякого радиооборудования. Опять эти козлы. Так, кстати, они отмечены, вот эти все цели. Это не все отмечено. Так. Вон надо антенну сразу пойти. Ты, блядь! Так они что, и будут там бегать? Нежелательная для тебя вообще эта вещь. Он ушел от тебя? Нормально. Блять, там пулемет. Вещь надо прикрывать, конечно, друг друга. Кто-то ходит. А где он топчется-то? Вон. Нормально. Подожди, подожди. Откуда? Откуда? Забился в угол. Так, ну там никого вроде не видно. Ух ты, блядь. Это черный снайпер, наверное, ебет. Вот, вон он. Так,
Вон там чья-то нога. Все, попался. Так, что надо подорвать, пойти? Ну-ка, стоп, стоп, стоп. Это мразь стоит. Да, блядь. Так, он у кого-то убило. Действительно, кого-то убил. Такс. Ну-ка, давай-ка сюда прыгай. Хорошо. Тут что-то пока не видно команды. Ну, одна-то минимум должна быть. Надо вот к антенне прорваться. Ну, идем тупо, прячась за домами. Будками. Будок, кстати, много всяких. Гаражей. Да, гаражи. Вот там стоит спутниковая тарелка. Конечно, пытаются поменять. Так. Ух ты, блядь. Уродина. Ну-ка, метнись скорее. Ух ты, стоп, стоп. Так. Тут, кстати, есть арсенальчик. Отходим. Нормально. Тарелка уничтожена. В предыдущей карте, кстати, тарелки трансмиттерами называли. Вот тут что-то подорвано. Да, блядь, подожди ты. Так. А наверх тут надо лезть? Где-то надо искать. Вон, вот туда надо, на трехэтажное здание. Вот туда точно надо. Так, полезли. Залезли. Ух ты, мразь! Ну ты что делаешь-то? Все, попался. Там, блядь, этот ебаный страйкер катается. А подбить-то мне его нечем. Опять бочки стоят. Пулемет. О, блядь, там, слушай, стационарная башня. Но мне до нее никак пока не достать. Так. Минируем. О, блядь, все-таки убили. Ёбля, из этой, сука. Из-за этой хуйни. Все, антенна вроде взлетела на воздух. Ну, вроде как они перестали обновляться тут. Он, видишь, горит. Надо идти в конец квартала и дальше искать. Возможно, где-то еще оборудование есть. Пока ведь задача-то не выполнена. Ну, надо идти. Нормально. Козел. Так. Я считаю, уже до конца дошли этого. Вот, пожили. Ну, такая последняя карта от Тревора. Для эскалации не особо страшная, но такая нудная. Нудятина. Ну-ка, ну-ка. Вон, стоят, охраняют тарелку. Так, так, так. Хорошо. Ну, смотри, там очень далеко кто-то стоит. С пулеметом. Нормально. Прямо в башку ему. Да, такая нудная. Ну, тут, я же говорю, такая не... карта недавно когда-то игралась. Очень похожая.
Минируем. Кстати, точка отмечена. Может, это последняя? Сейчас посмотрим. Так. И, кстати, интересный момент. Пока ворота что-то не открываются. Тут что-то нету. Вот в восточном районе что-то нету. Командных точек не видим. Это плохо. В северном сразу две, а тут ни одной что-то пока не видно. Может, потом появится. Вот где-то здесь ворота. А вот она, слушай, она здесь, в валуне. Вот это валун-то и есть точка. Тише, они как бы не открываются пока. Пока ты не прошел. Ну, есть такие карты, вот видишь, где точки не отмечены. То есть ты не можешь по ним перемещаться. На только на последнюю. Ну чё, блин, а те радиоэлементы-то пока не готовы. А где ж они ещё могут? Где-то спрятано, что ли, что-нибудь? Да. Где-то что-то, наверное, спрятано. Но надо искать по блокпостам, что ли, пробежаться. Так, тут что-то тоже не видно нифига. Действительно, где они могут быть-то? Вот, подожди. Какой-то маленький пробукс был. Потому что он внезапно повернулся, блин. Так. Что-то не вижу. Непонятно, а что делать-то, блин? Надо искать, слушай, искать ходить. Где-то что-то... Какие-нибудь, наверное, радиооборудования где-нибудь стоит. Нифига. На входе, может, что-нибудь здесь. Странно, а где что может еще быть-то? Вроде как, видишь, вот вкопаны по второй этаж здания. Так. Блин, а что делать-то? Пока нифига что-то не получается. Ну, давай осматривать. А, вон, кстати, оборудование. Все, цель выполнена. Еще надо внимательнее было. Все, радио уничтожено. Сейчас еще задачу дадут. И командная точка, конечно, там открылась. Да, добавил задачу. Уничтожь ящики. То есть получается. Ух ты, блядь! Сейчас повлияю. Ты-то козел, иди на жуку. Тут одна только точка. Точка номер три. То есть в северном номер один и номер два. Тут номер три. Вот она открылась. Они, видишь, изначально заблокированы. Поэтому надо открывать. Все, нормально. Точка номер три взята. Восточный квартал очищен. Ну, все, захвачено. Захвачено. Теперь надо идти в толстый, как говорится, южный район. Там, наверное, тоже, слушай, одна всего лишь точка будет. А может и две. Ну, скорее всего, одна. В северном почему-то две было, а тут одна. Так-с, точка номер три. Ящики теперь, занимаемся ящиками. О. Так, ну-ка. Там вроде как где-то стационарная башня стоит. Ну, вон ящики эти стоят. Так, давай что-нибудь заруфим, да посмотрим сверху. Так, местность пустынная.
Слушай, там вот эта башня хуяшняя, надо вот с ней что-то делать. О, упавший. Либо из РПГ ее. Ну давай сейчас попытаемся к ней приблизиться. Конечно, огнеметом можно попробовать накрыть. Ну сейчас посмотрим. Или РПГ придется. Вот там еще в башне. Или это та же самая. Ну давай сейчас обежим, посмотрим. Вон там козлы какие-то. Нормально. Так, аккуратней, аккуратней. Так, аккуратней. Сейчас, и сейчас ее из огнемета. О, подожди, там харя торчит. Да не одна еще. Нормально. Нормально. Зажарился. Огонечек-то не нравится. Ну, тут и ящики. Тут, видишь, рухнул вертолет, короче. Ящики, бочки. Стоп, 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 еще одна башня. Ну, давай приближаемся. Давай сейчас очистим башни. Так. Чистенько. Стоп, 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 стоп. Аккуратненько. Ха-ха, попался. О, лежанку прямо на улице сделали. Нормально. Такс. Такая карта простая, честно говоря. Наверное, смертей не так. Опять это. Тем более, что и точек дохуя. Вот если бы не было точек, вот тогда было бы капец. Приходилось бы бегать огромное расстояние. Ехать из базы, это вот бы ты задолбался. Но, к счастью, они есть, просто не подписаны. Так, вон там, слушай, опять. А нет, наверное, я уже его снял. Тут где-то точка. В валунах. Там какое-то копошение. А где они? Слушай, там что-то странное творится. Они, наверное, потом откроются. Их пока не уничтожат. Ну, точка в том валуне. Эти что-то пока закрыты. Копошение там сильное, но никак не уничтожит. Попались. Ну, по сути, квартал уже весь. Блять! Да все, пиздец. Пиздец. Короче, тут стояли две стационарные башни в этом квартале. Ну вот какие-то ящики стоят. Вот их и надо уничтожать. Бочки традиционные. Ящики, бочки. Вот так, где мразь-то, которая тебя убила. Ну-ка давай-ка сейчас быстренько пробежимся опять.
сейчас тут у сбитого вертолета все стоит в одном месте. Хотя ящики вон еще есть. Слушай, давай туда гранату. Там я сейчас забился. Так. Сука. Так, он там катается страйкер, но он там за оградой. Здесь-то он не опасен. Надо смотреть, чтобы там никто не бегал нигде. Нормально. Паразитка. Так, ну заодно... Заодно идем все уничтожаем. И все равно надо по этому кварталу пройти, потому что тут ящики тоже стоят. Ну идем уничтожаем все, что есть. Блять, козел, ну давай им скормим гранату, лимоночку. Горит все, блять, синим пламенем. Горит и все, блять, синим пламенем. Да. Местность вся скучная, ни деревьев, ничего нету. Так, короче говоря... Слушай, там какая-то мразь стоит. Так-с, ну-ка. К мрази к этой надо бегать. Что-то ящички-то повсеместно складили. Ну, вот здесь точка, да, ведь? Или нет? Да-да, тут она. Тут. Вот где тот арсенал, который вот чуть восточнее в центре, там нету. Тут одна точка, точка номер 4. И сразу же вход будет. Ну, ты мразь, смотри, смотри, мразь побежала. Тут у них нездоровые идут возрождения. Поэтому это мне не нравится. Так, надо идти, слушай, идти по кварталу, да все смотреть. Потому что они там прячут ящики во дворах. То все равно придется идти. Ну, третью задачу решаем. А всего их 6. За в спешке пятую задачу вот дважды пометил. Ну так они иногда бывает. Так, от страйкера в башне стационарные. Так, во. По всему надо тут бегать, по всему. Как вот в предыдущем, по всему. Вообще тут надо по всем подворотням ходить. Да. Иначе никак, иначе не уничтожишь. Так, ну чё, пришли к вертолету. Вертолету. Сейчас у вертолета. Тоже будем уничтожать, получается. Разбился, да. Чёрный яс. Ну, такое развлекуха. Задача что-то пока, однако, нерешенная. Ишь, падла. Требует еще решения. Так, ну. Тут ничего не интересного.
Можно сейчас взять боеприпасы. Жалко, что не лечебный арсенал. Ну что делаем-то, блин, пока не что-то не нашел всех ящиков. Где ж они, где ж? Кто же эти ящики спер? Тут нудный какой-то район, блять. Надо все, видишь, ходить по этим ящикам. Где-то они тут их напрятали, непонятно где. По всему району. Главное, какая-то ерунда просто. Ну, надо искать. Короче. Так, вот тут... Во, бочки. Да бочки тоже, наверное, стоит уничтожать. Вон еще. Все, все, цель выполнена. Во, нормально, нормально. Все. Ящики уничтожены. Значит, точка открылась. Точка номер 4. Надо взять ее. Ну, тут баррикады кое-где такие сделаны. Ну, ерундовые. Тут еще перепрыгнуть несложно. Значит, восточный район. Все, добавили задачу. Уничтожь установленное оружие. Implicit weapons. Давай-ка прочитаем перевод. Вроде как так это. Все установленное оружие. Да-да-да. Implicit. Ну что, надо идти. Сейчас будем проникать. Надо искать сейчас точку. Где-то рядом она. Там страйкер катается на улице. Можно о нем не думать. Блядь, их тут нет. Уроды. Ух ты, блядь. Как падлы такие. В ад отправляйся, уёбок. Гори все синим пламенем. Так, вон точка-то. Берем. Мы все взяли. Все. Четвертая точка под контролем. Блять, ты скотина. Да ты что делаешь? Да блять. Ты завалит. Ну и все, я точку-то взял. А там уже проход. Пидораска, сука. Так, где ты? Не радуйся, вот. Вот это открылся, закрытый, искать сарай. Закрыт. Блять, опять козел! Не в этих бутках заебут. Отправляйся, свинья, в ад. Уж опять козёл. Конечно, вред-то небольшой. Блять, я опять, сука. Вообще какой-то пиздец. Да, стоит день, но все во мгле, поэтому как такового и солнца-то не видать. Так, в общем, короче, идем. Вон там точек-то полно. Идем в западный район, западный квартал. Уничтожать оружие.
пизда, блядь. Блядь! Ладно, кончаем скринить, надо теперь лезть туда. Так, тут арсенал. Точка где-то, я не знаю, в самом конце. Ну тут у арсенала тоже точка, не знаю. Вот тут у арсенала точка. Вот у этого. Тут одна была точка. Вот здесь. Вот точка. Это точка номер... Подожди, раз, два, три... Подожди, подожди. Блять, ты сука, ты затрахала, блядь. Раз, два, три, четыре, да, это номер четыре, точка. Пятая, значит, в западном квартале. Да, блять, ты пизда, ты сука. Полный пиздец в этом что-то. Много их что-то. Ну тут как бы стоят. Как-то как на площади. Словно стоят эти здания. Много блокпостов, кстати. Такс. Это, кстати, не оружие никакое, это вот эти тарелки. Ничего, это нихера не оружие. Я-то думал, там пулеметы. Нет, это тарелки. Ну вот, вид на этот квартал. Район. Там уже... Ты, блядь, опять эта сука. Короче, тарелки он опять это, блядь, побежала. Они хоть отмечены? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть тарелок. Так, ну давай, минируем. Стреляем как можно скорее. Бочки тоже. Бочки чисто по приколу, наверное, стоят. Короче, надо все тут идти, уничтожать. Так, вон еще харя. По заброшкам придется пролезть. Бочка, как видишь, жгут мусор. Ну, прикольно. Кстати, на возвышенную площадку поставь. Слушай, эти пулеметы горят. Это вот, кстати, не цели. Ну, надо уничтожать. Если уж горят, так что ж. Надо уничтожать. Попался. Вроде как патрули перестали прибегать. Так что идем, заглубляемся в этот район. Да нет, такого сложного особо ничего нету. Так себе. Сундук с сокровищами — это в центре. Как он там называется? Сундук. Камень судьбы, Stone of Destiny. Это вот как это было продолжение волка. Это 3D Spear of Destiny. Копье судьбы. Три было игры продолжающих. Вот Триасури Chest. Вот это сундук. Триасури. Так, тут у них стоит прилавок для рыбы. Так, никого. Бочки. Вот тут, кстати, точка где-то. Тут даже они ее не пометили. Вон она. Тут точка за валунами. Ну вот она здесь. Вот эта точка будет.
Уже понятно, тут одна точка, номер 5 точка. Пятая точка, да. Тут по одной точке. В северном районе две сразу точки, а тут по одной. Во всех прочих. В центральном не знаю, есть, нет. Надо смотреть. Вот смотри, там козлина. Минируем. Ну да, такая нудная карта. Вот это, кстати, вот этот прилавок. Это типа как это, кстати, из операции Тайфун взят. Это типа как для рыбы. А кстати, вот эти ракеты иногда стреляют. То есть, ну да, это же как бы, слушай, это же типа ракетницы. Вот, вот стоит. Зенитные ракеты. Такие легкие. Вот что это такое. Тут можно бить стекла. Так, ладно, минируем. Блять, сука. Там два пидораса. Ты урод. Вот они вот что-то в этих будках любят возрождаться. Да. Поэтому в точку номер 4 не особо-то желательно попадать. Возрождаются. Тут, слушай, наверх надо лезть. Там где-то мудаки вроде бы, да, стоят. Так, ну-ка посмотрим. Вот так вот. Они меня убили, мне только. Так, ну минируем. Нормально. Зона очищена, говорит. Building clear. Лезть на руф для следующей цели. Ну вот тут она, да, где-то. Вот она прямо здесь. А что тут? Внизу все очистил, вот на руф. На руф, на руф. Вот заруфили. Так, ну взрываем. Тут одна единственная стоит. Вот сайт козел. Последний, пятый центральный район. Все в, как бы внешние зачем. Четыре внешних района пройдено. Она такая нудная карта. Она не сколько сложная, сколько она просто нудная, однообразная. Так, вот и нет. Вот все, цель очищена. Точка сразу же открылась. Тут надо, видишь, подождать, чтобы задача-то открылась. Пятая задача сейчас открывается. А что ж уничтожить все сопротивление? Это просто всех перебить? Блять. Это мразь. Ну нормально. Все, все. Зона очищена. Идите за камнем судьбы. Find the Stone of Destiny. Eliminat Assassin Resistance. Вот это вот интересный. Шестая задача. Ликвидируй сопротивление какое-то. Все, сосен... Что такое за слово сосенак, я не знаю. Stone of Destiny, это понятно, камень судьбы. Сундук с сокровищами. А почему сундук? Непонятно. А ну да, тут, смотри, он перевел его как Триасури Чест. А здесь он написан Stone of Destiny. Камень судьбы. Ну, в виде чего он? Вот не понять. Это вот я пока не понимаю. В виде чего это такое? Ну, сейчас. На... Во, слушай, на... та, вот, давай, давай. Дра. Тут я смог заруфить это. Вот центральный тут. Ух ты, блядь. Смотри, сразу. Бей по нему.
Вон там еще стоят. А, нет. Нет. Ну что, надо идти. И брать точку номер 5. Блять, сука. Да завалит. Мне бы тут подыхать нежелательно. Все нормально, нормально. Точка номер 5 под моим контролем. Не знаю, будет еще шестая точка в центральном районе. Не исключено. Ну что такое камень судьбы, непонятно. Вот сейчас увидим. Так, дело сделано. Пятая точка взята. Что такое камень судьбы? Будем думать. Так, в центральный район, где проход? Вот, слушай, вот где-то здесь. Прямо здесь. Вот, вот он. Вот. Вот. Ну что, блядь, ты что делаешь-то, сука? Совсем? Совсем? Такс. Ой, подожди. Оп. Так, все, я тебе уже в центральный район зашел. Такс. Тут вот, конечно, пока непонятно, но надо искать будет этот камень судьбы. Да. Так, он опять. Блять. Добили. Так. Подожди, а где вход-то? Вот, кажется, сюда. Нет, 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 подожди ты. Вот здесь есть. Не знаю, точка там есть где-нибудь? Опять эта мразь. Блять, их там дохуя. Не бой. Завывала. Плохо, что гады возрождаться начали. Там какая-то толпа. Блять. Надо всю охрану, наверное, центрального района перебить. Ты ж очень удобно прикрывать, друг. Прикрывать ходить. Ну, я не знаю, где этот камень, надо искать. Главное не... Он, слушай, такие двухэтажные там здания. В виде чего этот камень, тоже непонятно. Пока никаких, как сказать, нету мыслей. Блять, пулемет. Отходят вы. Туда гранату к нему. О, все, выбило его. С пулеметом этим покончено. Перевернуты Виллисы для обороны. Тут-то. Вон, подожди, там стационарная башня. Сейчас, сейчас туда огоньком. Ух ты, пизда! В башне очень легко из огнеметов. Тут вертолет валяется в центре. Вот тут баки какие-то. Слушай, а
эти канистры, это может это и есть камень судьбы, я не знаю. Тут валяется вертолет, короче. Какие-то канистры, а на кой они? Непонятно. Ну чё, подорвать, что ли? Отойди только. Блять. Я опять это обновил. Да сука! Не сработало. Оп, взлетело там что-то на воздух. Канистры взлетели на воздух. Такс. Там бегают. И, сука, опять эти... Опять эта мразь ведь обновилась. Что там, что тут? Стреляют, суки. Да, пятая, шестая задача в центральном районе. В тех было по одной задаче, в центральном сразу две. Пулемет-то не... Все, вроде бы не возрождается. Вот, может даже сжечь ему. На паскудить им, короче. Блять. Аккуратней. Попался. Так. Так, вон. Да продолжать обыскивать. Ух ты, блядь. И опять эта сука возродилась. Блядь, ты пизда. Не получилось. Она там возрождается, что ли, по ней скорость. Это вот плохо. Так, а это уничтожается? Это вот и сжечь можно. Пулеметы горят. Горят как свечки. Так, уничтожено. Что-то никак не добить. Все время появляется по нам. Да блять, сейчас уже прикончат. Такс. Почки что-то в связи стоят.
Так, ради просто прикола надо уничтожать в любом случае. А где ж, слушай? Я не понимаю, что за камень судьбы-то? Какая-то херня непонятная. Типа англичане сперли камень судьбы из города Купар. Так. Они еще возобновляются, вот этот появился неоткуда. Ух ты, пизда. Ну тупо бегаем по кварталам, чистим. Бочки все уничтожаем. Нудная такая тут история. Ох, козлы сидят. Нормально, сразу же их граханули. Так, чисто. Бочки там догорают. Да, ты хер пойми, короче. Так, снимаем охрану, бегаем. Так, ну вот это уже выход. Так, ну чё, тут разобрались. Ну, непонятно, что дальше-то делать. О, всё, чё-то задача выполнена. Да подожди ты. Блять, убери ты эту хуйню. Так, я не понял, спасибо, чё-то хостилис. А заложники внизу. Вот какие-то заложники. No use the movers. То есть как бы наверху выбито. А где они тут могут быть-то? Где-то подземелье, что ли? Ничего, вот это непонятно. Нигде ничего не отмечено. На 5 эти уровня. Цель очищена. О, Eliminate Assassinac Resistance. Вот выбиты эти козлы. Это надо было всех их просто перебить. Что такое ассасинак, вот я не знаю. Это потом посмотрим. Переводчики посмотрим. Ассасинак, что это такое? Непонятно. Так. Вот тут какая-то хрень стоит. Слушай, тут точка где-то. Где она? Она за валуном. Точка пока что-то недоступна. Это шестая точка будет вот здесь. Вот здесь. Ну-ка давай-ка посмотрим сразу. Вот здесь шестая точка. Угу. Номер 6. Ну понятно. Так, тут какая-то это, что за хрень стоит? Все перебиты, короче, все. Район вычищен. Вот это что такое? Непонятно. Они такое иногда делают, какие-то ставят там объекты, типа свалун, вот он закрывает точку. Это такое у них практикуется.
Тут ведь предметы-то могут тоже исчезать уже в эскалации. Тайфун-то я не помню, может, возможно такое или нет. Не факт. Ну, короче, ничего интересного. А что такое камень судьбы-то, вот непонятно. Так, вертолет. Тут я вижу какой-то просто... Подорвем его нафиг. Будем искать, я не знаю, что такое камень судьбы. Подорвали. Где же я его найду-то, блядь? Я вот нихера не понял. А где искать-то? Точка закрыта, значит, пока не выполнена эта задача. Финт за стонов достигнет. Ну где это? Ну? Хер пойми. В одном из зданий, может, каких-нибудь. Вертолет-то не показывает вот на это здание. Да, тут как это... В острове сокровищ там мертвец указывал, где зарыт клад. Так, и тут, возможно... Такс, ничего не ясно. Где искать-то, блядь? Какое-то подземелье? Нет никакого. Сука, вот конец непонятный. Вроде как нигде нет ничего. Чё делать, блядь? А, во, все, я понял. Суки какие, падлы. Вот, видишь, этот переключатель, его надо расстрелять. Вот. Это, слушай, это еще хорошо, что знаю эту хорошо игру, а так бы это вообще нереально было бы найти. Ну, короче, там вот переключатель в вертолете. Ничего в зданиях там ты все равно не найдешь. Вот он. Вот там. Вот этот переключатель. Сейчас его надо, наверное, расстрелять. О, видишь, переключатель. Сейчас попробуем. Стоны рековерит. Все, камень подобран. Вилдон, Эвак, Хела и Синбурн. Летит сейчас вертолет. Так, а давай возьмем точку. Так, где точка? ПСП от ЛЗ Open. В общем, во, берем точку. Короче, камень судьбы, это был никакой не камень, а просто джойстик в вертолете. Все, радиоджойстик. Взяли последнюю точку номер 6. В каждом, короче, квартале по точке, кроме северного, в котором сразу 2. 5 районов. Все, взята эта точка. А где вертушечка? Летит вертушечка, летит, летит. Все, летят, летят, летят. Летят, сейчас прилетят. Сейчас заберут, заберут. Вот где он будет садиться, вот где сбитый. Где камень судьбы находится. Вот этот вертолет, во, летят, летят, летят. Летят, сейчас будут садиться. Ну где сядут? Вот, посмотрите. Сейчас надо будет смотреть, где он. Там сейчас делает заход. Пока не ясно, где сядет. Где ж ты сядешь-то? Что-то как-то крутишь ты. Давай, давай, куда садишься? Делает заходы. Наверное, может, к тому вертолету и полетит. Ну, сейчас увидим. Я думаю, где сбитый лежит вертолет камня судьбы. О, нет, нет, он пошел к точке. Не-не-не, пошел к точке. Все, все. Сел в точке.
Через 10 секунд улетаем. Пошли. Ну все, теперь летим. Ага. Тело лайвен. Все нормально. Все задачи выполнены. Все, полетели. Конец. Прощай, город. Улетели. Ну, там последняя карта Тревором. Вроде нам. Город в тумане. Конец. Такая нудная карта. Ну, тоже на нее время надо. Ну, проходимая вполне. Так, Джон набирает 2362 очка, 388 фрагов, 17 смертей, 4 удачных выстрела. Видишь, всего лишь 17 смертей. Карта называлась HMS Street Wars Esk или Уличные войны от Тревора.